2016 году, где она в финале проиграла Арине Соболенко. Молодец, Леся. 40 love. Красивый розыгрыш. Все подают очень-очень прилично обе. Ох, молодец, Леся какая. Просто шикарно. Первый сетбол у эстонки. Ну, молодец, выдержала. Выдержала Цуренко. С такой второй подачей Леся, конечно, разберется. Ровно, но что за гейм, а? Ну и двойная ошибка, конечно же. А Леся Цуренко ушла с сетбола, и партия продолжается. 30 love. Сорок ноль. Не припомню такой гейм. Роскошно. Но лучший гейм в исполнении Леси. Ну все, мы получили лучший розыгрыш дня. Потрясающе. Аннет не может поверить в то, что она проиграла этот мяч. И смэш здесь ударила, но Леся угадала. Фантастика. Ровно. Взгляд Аннет. Game Cyrenko. Ну что же, 6-5. Леся Цуренко через минуту будет подавать на первый сет. Как вам такое развитие событий? 30 love. Подача на вылет. Тройной сетбол. Так от безнадежности, да, Кантавей пошла вперед. Понятно было, что ничего хорошего ее там не ждет. 7-5. Первый сет за Лесей Цуренко. Love 30. Game. Все, Кантавей остановилась. А Леся Цуренко выигрывает 5 геймов подряд. Вот такая впечатляющая серия. Продолжает истязать, да, своими ударами. Вот Леся не торопится, да, она прекрасно понимает. Успеет, конечно, Леся к этому укороченному. Джис.
Неужели попало? Да, фантастика. Подачка, конечно, была слишком хороша. 15-40. Первые сетболы у Леси Цуренко. 15-40. Все, Леся Цуренко становится полуфиналисткой турнира в Брисбене. 7-5, 6-3. Хороший матч провела Леся Цуренко, ну а у Кантавейт просто проблемы с функциональной готовностью, да? Играла вроде бы прилично, потом выпала из игры, их сумела вернуться, но энергии ей не хватало, в отличие от Леси, которая играла ровно на протяжении всего матча и сумела победить в двух сетах, хотя в первой партии отыграла сетбол, который был у Аннет.